Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Шишки являются прекрасным способом украсить интерьер, если у вас хорошо развита фантазия. Их всегда можно найти прямо во дворе дома, и что самое главное, они абсолютно бесплатны. Но как сделать интересное украшение из шишки, чтобы оно не выглядело слишком по-детски? Думаю, эта женщина знает ответ на этот вопрос. Одна женщина усердно собирала шишки в тех местах, где она гуляла, чтобы сделать из них оригинальную подделку. После сбора девушка их оставляла на определенное время, чтобы шишки высохли. Затем она их распиливала пополам, после чего покрывала различными цветами краски. Когда они высыхали, то женщина приклеивала их к пустой картине, тем самым собирая композицию из шишек. Получилась очень красивая вещица, которая теперь украшает ее террасу. Конечно, в это вкладывался огромный труд, и он того стоил. Но это далеко не предел полета фантазии женщины, потому что она постоянно придумывает что-то новое. И это не обязательно будет подделка из шишек, так как в основу могут идти каштаны и веточки и засушенные цветы. Все это может стать прекрасным дополнением к любому интерьеру, поэтому не сидите без дела, украшайте свое жилище. Особенно это актуально сейчас, в преддверии новогодних праздников. А делал ли ты когда-нибудь подделки из шишек? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.